Нет ближе знакомства, нет теснее связи, как связь единством мыслей, единством чувствований, единством цели, говорят святые отцы. Такого единства достигли участники съезда представителей молодежных организаций при епархиях Армянской апостольской церкви во всем мире. Форум состоялся по благословению Верховного Патриарха и католикоса всех армян Горягина II. Ваше присутствие вызывает у нас особое воодушевление и восторг. Когда мы видим, что вы активно участвуете в церковной жизни, душа наполняется верой и надеждой в то, что наша церковь в надежных руках. Около 60 представителей из 40 стран собрались для обсуждения насущных проблем перед третьим парламентским собранием, которое пройдет в 2015 году. В частности, в центре внимания собравшихся были такие темы, как сотрудничество молодежных церковных организаций, а также обсуждение мероприятий по случаю столетней годовщины геноцида армян. Третий парламентский съезд знаменателен тем, что он совпадает с памятной датой, столетним юбилеем геноцида армян. Это подтолкнет молодежь, чтобы они еще более воодушевились и серьезно отнеслись к своей работе. Первый день собрания завершился посещением мемориального комплекса Тетернакаберт, посвященного жертвам резни армян в 1915 году. Представители епархии рассказали о достижениях и планах своих молодежных организаций. Важность такого обмена опытом на съезде отметили особо. Каждая из епархий осуществляет различные проекты и мероприятия. У многих уже есть удачные и успешные проекты. Мы можем перенять друг у друга эти проекты. Я впервые в Армении. Общение, возникшее на съезде, очень важно для всех нас, прежде всего с точки зрения обмена опытом. Съезд определил сестринские епархии, которые в течение 2 лет будут сотрудничать в рамках различных проектов. Сестрой для новой Нахичеванской и российской епархии стала украинская епархия Армянской апостольской церкви. По воле Господа, именно в этот нелегкий период для наших стран нам выпала задача сотрудничать и быть вместе. Очень надеюсь, что это еще больше сплотит наши народы и армян наших стран. Это мне очень много дало в плане патриотизма, в плане того, что теперь мне хочется больше участвовать в жизни церкви, в жизни нашей общины в армянской. Форум молодежных организаций Армянской апостольской церкви завершился, но впереди насыщенная работа по выполнению намеченных проектов и планов. Мариам Погосян, Ашот Хачатурян, АРМ-ТВ.